Они не скажут, что прям что-то необыкновенное делают. Ну, все-таки они стабильные. Не, ну да, да, да. Но ничего сверхъестественного они не делают. Достаточно стабильно. Не, ну со мной неплохо иногда. Шипами очень хорошо играют. Они вообще с парой очень сбалансированы. Ох, ты видел? Такой шарик. С этим их посложнее, потому что это там зашиты, то есть тяжело играть. Ну, может, прямо с ними стало вообще тяжело. Они бывают там, что-то ошибаются, но все равно я очень хочу стабильно играть. Они очень хорошо где-то стоят. Да. У них очень мало таких каких-то даже простых ошибок. Ну, соседки или что-то. Ну, да, там Саша, давай, там что-то не ошибаюсь. И в целом они очень стабильные. Ну ничего страшного, ну поиграем, попробуем что-то сделать. Ух ты!
Блин, ну не достал я чуть-чуть его. Yeah.
Thank you.
Если вы 10-9 ведете, как вы двойной это делаете? Саша, ты хочешь 12-9 выиграть? Чтобы так уверенно, да? Да. Три один. Саша, оставайтесь здесь.